Всем привет, с вами Елена. Сейчас я буду готовить лаваш с сыром. Готовится очень легко и просто, всего за 5 минут. Итак, нам понадобится просто вот лаваш, сыр, кусочек сливочного масла. Теперь я буду вот края обрезать. Может, вам не понадобится, если у вас большая сковорода. Вот таким способом. Сверху лаваша вот так нужно положить сыр. Сыр я разложила. Теперь сверху нужно просто накрыть лавашом. Теперь на сковороду кладем кусочек сливочного масла и будем обжаривать наш лаваш. Сливочное масло у нас расплавился. Теперь мы сюда кладем наш лаваш и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Все это готовим на среднем огне. Обжариваем лаваш с двух сторон до румяной корочки. Вот с этой стороны уже у нас румяная получилась. Так. Ну вот и все. Лаваш с сыром у меня готово. Смотрите, какой получился он у меня. Просто прелесть. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Пока!